Общественный совет при департаменте транспорта администрации Кемеровской области разработает предложение по повышению тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте Кузбасса. С этой инициативой выступили на заседании совета руководителей транспортных предприятий. Эксперты называют экономически обоснованным тариф в размере 22-25 рублей, при действующем 16 рублей за одну поездку. Для того, чтобы реанимировать предприятия, которые практически в предбанкротном состоянии, нужно просто обеспечить их экономику. Экономику нужно обеспечить только за счет как раз тарифов. С экономикой связана еще и безопасность перевозок. То есть автотранспорт, который выходит на линию, должен быть своевременно обслужен. Своевременно должны быть замены. Соответственно, люди должны быть отдохнувшие, подготовленные. Только предприятие с хорошей экономикой может обеспечить и транспорт, и людей в нормальном, правильном состоянии. Другого выхода уже просто нет. Тариф не повышался с 2015 года, а вы знаете, насколько уже у нас увеличилась стоимость бензина, стоимость расходных материалов, всех запасных частей резины увеличилась в разы. В общественную палату действительно есть много обращений о улучшении качества услуг именно в транспорте. Много обращений на то, что сегодня неухоженность транспорта, о том, что сегодня холодно, особенно в зимний период мы получаем обращения. И поэтому здесь, кроме того, что мы говорим сегодня о повышении тарифов, и действительно здесь необходимы все-таки экономические заключения для того, чтобы убедить сегодня население в том, что тарифы повышать надо, нужно разговаривать еще с населением и с общественностью говорить о том, как сегодня улучшить работу муниципального общественного транспорта. Потому что, когда мы разговариваем с населением, то очень часто мы получаем какие-то альтернативные модели по улучшению или интересные идеи, инициативы, где само население могло бы оказать помощь именно в поддержке сегодня вот нашей транспортной инфраструктуры. Износ транспорта 85%. А это прежде всего, конечно, безопасность. Безопасность наших близких, наших родных, наших пассажиров, которые пользуются пассажирским транспортом. Мы понимаем, что сегодня наступает зима, нужно мерять шины на автомобилях, нужно делать технический осмотр, нужно готовить утеплительные приборы. Мы также понимаем, что зимнее топливо дорожает. И на сегодняшний день этот вопрос, конечно, очень сложен. Но без повышения стоимости мы никуда, наверное, не двинемся дальше. Потому что транспорт в таком плачевном состоянии пассажирский, что если сегодня не произвести какое-то вливание денежных средств, то он просто-напросто остановится.